Борка озимой пшеницы, сорт Гром. Сегодня 24 июля. Урожайность в пределах 80 центнеров на данном поле. Предшественник здесь горох. Перегрузчик за тремя комбайнами не успевает. Молотят здесь комбайны Торум 750-780. Один 750, 3 780. Все на ходу. В целом Гром, сам сорт неплохой, хороший сорт, достаточно урожайный. Сказать то, что сорт короткостебельный и более устойчив к полеганию. Это очень важный такой момент для многих. Для многих сортов. Очень важно сейчас, в нынешнее время, устойчивость к полеганию сорт. Потому что не всегда получается работать регуляторами, не всегда это может быть оправдано. То есть наперед ты не можешь знать, насколько, какая погода сложится, нужен будет он или не нужен. Поэтому иной раз приходится работать в любом случае. Это тоже также затраты, которые могут быть как плюсом, так и не принести никакого эффекта. Вот следующий комбайн также набрался. Короче, тяжело человеку, который сейчас на перегрузчике механизатором. Мало того, что он вряд ли будет успевать за четырьмя, сейчас четыре комбайна на поле. Так он еще практически не останавливается, да, то есть.
Это 780-й торум. Жатка 9 метров. Флекс. Но флекс на самом деле уросили Маша. Так себе. Это уже с другой стороны.